В четверг в Самарской области ожидается комфортная погода. Ясное небо без осадков. Днем 24-27 с плюсом, ночью 16-18 выше 0. В Сызрани ясное небо, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, плюс 24 градуса в дневное время, ночью 18 выше 0. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 25 градусов тепла, ночью плюс 16. Ветер северо-западного направления 1 метр в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.